Друзья, всем привет! Вы на канале Виконста. Наконец-то, ребята, выбрался на кормочки порыбачить. Так уже хотелось половить карасика. Ну и потихонечку я уже раскинулся. Приехал я на водоем около 6:30 утра. И уже забросил я 3 удочки на кормочки. Дистанция ловли где-то около 50-60 метров. Обычная каша покупная с чесноком для карася. Ну и хочется уже карасика половить. Он немножко уже сигнализаторы попикивает. Вот такой вот водоем. Ну и буду пробовать сегодня что-то, да и ловить. Но вы, ребята, как всегда, поддержите меня, с вас палец вверх, ну и комментарий под этим видео. А я пошел ловить рыбку. Короче, друзья, не успел включить камеру. Подбежал, а тут уже вот такой малец сидит. На макуху клюнул. Ну, будем пробовать ловить дальше. И кашки набьем. Друзья, поклевка. Успел. Карасик, 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 чебурасик. Вот он, красавец. Вот он, красавчик. О. Рыбачим дальше. Есть. Есть, есть, есть. На попке шерсть. О, как. Давно я хотел на карасика выехать. Зацеп, что ли? Вот он, жаровой карасик.
что, чувак? На волю хочешь? На сковородочку пойдешь? Какой красавчик. Передай привет подписчикам моим. Сейчас мы тебя отпустим на волю. В камеру ты красивый будешь. Зеленый. Зеленый. Динозавры атакуют. Немного поэксплуатировал тебя. Ничего, будешь популярный, может тебя кто-то поймает. Все, давай беги. Опять камеру не успел включить. Карасик, карасик, иди-ка ты сюда. Давай в луночку. Вот и подошла к концу наша рыбалка. После 12 дня практически ничего не впоймали. На ушечек. Да, 4 карасика. Ну ничего. Спрашивали у соседей. Говорили, что... Чем хуже погода, тем лучше. Да, чем хуже погода, тем лучше клевало. А сейчас вроде бы и ветра нет, и штиль. Но, увы, не впоймали того, чего ожидали. Ну ничего. Отдохнули. Да, отдохнули хорошо. Надеюсь, в следующий раз получится у нас немножко больше подловить рыбы. Ну а пока как есть. Кому понравилось это видео, обязательно ставьте палец вверх. Кто не подписан на мой канал, обязательно подпишитесь. С вами был на канале Виконста. Всем пока-пока.